Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня покажу обновление автоматической торговой стратегии для рынка Forex RoboForex Profit Money 2018. И давайте сразу же перейдем к делу. Итак, будем смотреть работу стратегии на нескольких торговых днях. И давайте посмотрим, что у нас тут уже загружено по истории. Сегодня 25-е. Вот давайте, начиная с понедельника, 21 числа, да? Давайте посмотрим. Загружаю историю этого дня. И посмотрим понедельник, вторник, среду. Какие входы давала бы вам стратегия в эти дни. Сама стратегия создана на базе торговой платформы, профессиональной американской торговой платформы Timora Pro. Детальнее смотрите в моих роликах. Уже года 4, если не больше, мы совершенствуем с американским разработчиком-программистом Алексом Моррисом, автором этой платформы, как саму платформу, так и ее как бы внешнюю вот эту вот оболочку, менеджер стратегии, который был создан где-то 4-3,5 года назад. Сделалось все для себя, сразу скажу, чтобы было удобно себе, для своих компаний торговых, трейдинговых, для proprietary центров и так далее. Давайте посмотрим, как это все работает в настоящее время. Итак, основная цель этой стратегии, ну вообще изначально, как это все делалось. Смотрите, здесь у меня есть, например, аккаунт. То, что нужно сделать для нового аккаунта, да, вам. Вам нужно просто указать, какой у вас депозит, какой Total Dollar Target, это цель по всем стратегиям одновременно за день, и это стоп-лосс дня, стоп по дню, да. Так как здесь установлен, собственно, мой рабочий алгоритм, который я постоянно обновляю, тестирую, меняю, изменяю там и так далее, мы сегодня посмотрим один из вариантов этого алгоритма, ну, просто на нескольких днях. Итак, у вас есть, в принципе, два варианта. Вы оставляете стратегию в работе, и она как бы работает самостоятельно, или вы используете стратегию и помогаете, то есть вы вмешиваетесь, ну давайте на конкретном примере, что имеется в виду. Ну, например, как трейдер, я вижу, что здесь в принципе поздноватенько так уже, стремноватенько, да, машинка зашла, высоковато немножко. Что я могу сделать? Я могу не сидеть, не ждать этого минимума потерь дня, да. Я могу просто перевести этот стоп вот прям сюда. И мне тогда нет необходимости в том, чтобы ждать таких больших просадок, да. Давайте посмотрим. Здесь более-менее все хорошо. Почему? Потому что минимум этого дня он был недалеко, да? То есть вот он здесь находится. И машина, в принципе, недалеко его поставила. Окей. Работа с тейк-профитами – та же история. Можно ничего не делать, да? Здесь заряжено минимум 3 тейк-профита. То есть, смотрите, когда ситуация начинает развиваться в вашу сторону, да, то есть проходит определенное количество пунктов в вашу сторону, машина сама переведет позицию без убыток. Там стоит специальная формула для этого. Сейчас мы это увидим, наверное, на этой позиции, если будет движение продолжено. Также вы видите, что мы полностью видим ситуацию по паттернам. У нас здесь есть автоматические каналы, которые машина рисует. То есть, если вы, грубо говоря, хотите более активно поторговать, то здесь очень много чего за вас машина уже сделала. Да? Здесь есть вертикальный объем. Угу. Ну, давайте посмотрим, как эта ситуация будет развиваться в этом случае в конкретном. Два варианта, да, я могу ставить как бы эти стопы шире, но в данном случае у нас стоп сработал, окей.
Смотрим другие стратегии, что они нам тут дали, другие входы по стратегии. Окей, здесь у нас ситуация развивается, австрал двигается. То же самое, я могу ничего не трогать, да? Могу сделать вот так. Будет ли машина потом сопровождать эту позицию, если я вношу эти изменения вручную? Да, будет. Даже этот стоп, она потом будет переводить без убыток сама. И если я как бы этого изначально сейчас не сделаю. Но здесь зависит ситуация от того, насколько вы активно торгуете. То есть, как бы, если вы находитесь за компьютером, да, ну, вполне можно так вот себя немножко подстраховывать, да? То есть прикол в чем, что позиция открывается очень оперативно, и я могу, конечно, здесь сразу же выставить, чтобы она там сразу переводила там плюс 5 и без убыток, да? То есть, как бы, если есть сигнал, бах, пошло движение, мы сразу же переводим позицию, заходим в позицию, ставим перевод в безубыток при движении, там, буквально несколько пунктов и так далее, да. Но тогда мы, выкидывая вот эта волатильность, которая элементарная, базовая, она вас выкидывает сразу же. Поэтому здесь стоит лимит по минимуму дня, да, локальному минимуму дня. И в этом случае вы чуть-чуть больше уже будете находиться в позиции, да? То есть она и без вас справится, грубо говоря. Это так по-русски. Но если вы как трейдер находитесь в этот момент за компьютером, ну, я бы сделал вот так. Понимаете? Если же вас за компьютером нет, то да, тогда придется оставлять это на машину, все, все эти движения. И она успеет или не успеет перевести в безубыток. То есть в любом случае вы получите более длинный диапазон изменения, да, движения цены там и всего прочего. Видите, вот сейчас произошла конкретная тема. Паттерн сохраняется, паттерн соблюдается. Тот паттерн, который в основе заложен, машина его прочитала даже после того, как прибыль закрылась, она снова по нему перезашла. Окей? Здесь вы, как трейдер, если опять же у вас есть желание, вы можете как остановить эту стратегию, я показываю, как это делается, просто исключить эту пару из всех стратегий, с которыми вы работаете, поработать с этим стопом, ну, например, вот так. Окей? Поработать с этим take profit'ом, то есть здесь, пожалуйста, фактически машина делает подсказки, да, вам, как трейдеру, и вы просто-напросто в таком спокойном режиме, здесь же есть звуковые сигналы, в спокойном режиме работаете, окей? По тем позициям, которые вам не нравятся, или вы видите, что уже там все в плюсе, вы можете не ждать, пока машина переведет их без убыток, делать так. Можете этого не делать. Но смысл этого, вот, на данном случае уже перевела в безубыток эту позицию. Давайте посмотрим пошире. Вот это вот справа. Я вижу, что она ее перевела сама уже в безубыток, подтянула, так как написано по формуле. И дальше мы можем с этой позиции уже более-менее расслабиться. Давайте посмотрим, что у нас здесь по минусовой позиции доллар Канада. Да, доллар Канада. Все правильно сделано. В принципе, была попытка разворота. Она не удалась. И как бы, да, никаких вопросов у меня нет здесь к этому заходу по позиции. Вообще, все нормально. Так, что у нас еще тут? Австрал франк двигается. Ну, опять же, мы видим синхронистичности в рынке, да, что идет движение. Усиливается австралиец.
Соответственно, мы можем поработать с австралийцем более плотненько. То есть это такой полуавтоматический вариант использования автоматической стратегии, да? Но даже полный автомат вам будет давать нормальные результаты, потому что изначально тейк-профиты больше, чем стоп-лоссы. Давайте возьмем другой день какой-то, параллельно посмотрим. Посмотрим вторник. Есть достаточно много стратегий, полуавтоматических, полностью автоматических. Позиция моя следующая. Я примерно раз в какой-то период времени, иногда раз в 2 недели, иногда раз в 2 месяца, я смотрю и вношу изменения, и как бы для каждого человека, то есть тот видеоролик, который вы смотрите сейчас, если вы мне напишите сейчас, будете приобретать стратегию, да, то я установлю вам эту стратегию и еще несколько, как минимум еще одну, которая работает без стопов, со спредами, портфолио там и так далее, то, что я в прошлом видеоролике показывал. И мы с вами выберем, какую стратегию выгоднее будет использовать вам. То есть, например, если вы находитесь за компьютером, работа с автоматом вот в таком режиме, как я вам сейчас показываю, это просто мечта любого трейдера, потому что фактически вы можете его даже и не подключать к реалу даже, и все равно он вам даст огромную пользу, потому что он показывает определенный паттерн разворотный, который дает достаточно хорошую статистику по ну, прибыль убыток, да? И вам уже не надо ничего искать, понимаете? Ни на что смотреть, потому что вот он даже показывает, окей, да, вот эта позиция работает. Вы можете, если это у вас подключено к счету автоматически, она сама все откроет и будет работать. Вы дальше можете с ней работать на этом графике или на своем графике у своего брокера. Но смысл в том, что она автоматом все это сделает. Если же вы хотите вообще стопроцентный результат, да, безошибочный, то все, что вам надо сделать, это поглядывать на то, что происходит. Окей, зашел, посмотрел, мне вот этот график не нравится, я бы с ним не работал. Здесь, ну, надо смотреть за ситуацией. Здесь надо смотреть за ситуацией, да? Ну, эти паттерны уже найдены. Сейчас потенциальная возможность разворота наверх. Видите, по 3-4 таймфреймам мы уже в зоне покупок. И опять же вы оставляете это дело машине. Вот машина пошла. Ну, машина нашла эту позицию, машина выставила вход, сама посчитала входной лот, в зависимости от объема вашего депозита, да. Вот, сама переведет позицию без убыток. Но если вы находитесь здесь и сейчас, да, вы можете сделать вот так. То есть, что я сделал? Я отдалился, грубо говоря, докупился. Давайте сейчас быстренько докуплюсь. Вот так, по-крупненькому. И что мне надо сделать, если я докупился и хочу, чтобы эта же позиция сопровождалась, я нажимаю здесь билет, видите, и у меня стало там уже, было там, добавилось к этой стратегии те позиции, которые я открыл, да. То есть, если я вижу, что активно идет движение, я в этот момент нахожусь за компьютером, я могу поработать с этой позицией. Я понимаю, дальше здесь будут откаты еще, да. Но я также понимаю, что глобально тенденцию мы засекли вовремя. И я могу поработать здесь вот так. То есть, например, смотрите, это у меня доллар-иена. Вот доллар-иена, я здесь нажимаю BAD. Оп, добавились те позиции, которые, собственно, у меня были открыты. И дальше их сопровождает уже машина. Okay? То же самое здесь. Чего я буду сидеть, ждать? Я чуть-чуть переведу ее, пускай, чтобы я не переживал на эту тему. Okay? При таком раскладе, опять же, в любой момент вы можете закрыть, как бы, дать позиции развиваться. Вы можете поставить стратегию на паузу. Смотрите, я нажимаю пауза, и новые позиции стратегия открывать не будет. То есть новые сигналы, какие бы ни давались, она их открывать не будет. Вы, например, хотите доработать вот это, то, что у вас осталось, да? Я поставил на паузу стратегию. Новые позиции, сигнал, они открываются по сигналу сканера. Но если машина стоит на паузе, естественно, их открывать не будет. Okay?
Давайте посмотрим следующий день. Среда, да? То есть, фактически, у вас есть не просто сканер, как это делает большинство людей, которые продают. Я сейчас работаю с англоязычным интернетом, и там примерно такая история. Значит, оборудование просто, которое показывает, сканирует рынок и показывает там всякие там паттерны, да? Оно стоит тоже где-то разово 260, и, по-моему, и ежемесячно 168, что-то такое. То есть достаточно дорого. Но оно не высчитывает входной лот. Вам там еще надо думать. Да, вы, в общем, это совсем другие варианты. Здесь же, даже если вы не будете подключать это к реалу, а это можно и нужно делать, вы видите реальный вход, его развитие, переход в плюс. То есть вы видите ситуацию на реале, опять же, что вы можете сделать. Вы можете поработать, вот так как я это показываю сейчас. Вот wait for, это означает, что паттерны, которые мы отслеживаем, они уже отслеживаются вот по этим парам. Они почти готовы, но какой-то критерий еще не выполнен. Например, какой-то таймфрейм еще не такой, баланс еще не плюсовой. Здесь позиции работают только, открываются только на buy. Okay? Также на следующем дне я вам покажу, наверное, работу полуавтомата, когда я работаю с $2 Форекс, это портфолио, это график портфолио, да, уже график спреда этого портфолио пар. И здесь стопом выступает одна из пар. Скажем так, то есть это кроссы мажоров, соответственно, мажор открывается в одну сторону, кроссы в другую сторону. Все это зависит от того, как идет отклонение, куда оно идет и так далее. То есть если это портфолио составлено так, что здесь оно близко к нулю, да, это математика, что-то на buy, что-то на sell, но в целом дельта близко к нулю, то любое отклонение, вот как сейчас, давайте посмотрим, вот я просто куплю это отклонение. Что происходит? Я просто нажал на кнопку «Купить». И смотрите, что будет происходить автоматически. Вот у меня, бах, оно сразу же переходит в плюс. Да? Если это, то есть, смотрите, часть позиции открыта на buy, и доллар иена, мажор, открыт на sell. Да? Дальше у нас два варианта. Позиция может развиваться в сторону сразу же перехода в плюс, быстрого. Позиция может развиваться в сторону того, что этот график спреда вот этого портфолио, да, он будет еще продолжать двигаться как бы дальше, да, то есть против нас. В принципе, и тот, и другой вариант нам полезный и удобный. Просто при движении графика в нашу сторону, мы, наши позиции сразу переходят, да, в плюс, и мы быстренько, быстрее закрываем эти плюсы. При движении графика против нас, это говорит о том, что идет мощное отклонение. Да? Что нужно мне в этот момент? Мне в этот момент нужно просто покупать. Чем ниже они падают, тем выгоднее мне купить. Потому что я знаю, что все равно для того, чтобы позиция перешла, общая позиция по портфолю, видите, доллар иена, например, в плюсе, перешла в плюс, все, что мне надо, это просто подождать определенное количество времени. Больших залетов здесь не будет. Почему? Потому что стопом служит одна из пар, ну, то есть, грубо говоря, да, стопом служит вторая половина этого марлезонского балета, да, видите, что-то в плюсе, что-то в минусе. Для брокера это вообще кошмар, потому что брокер не понимает, что вы тут делаете, он не понимает, вы профессионал или вы просто вообще ничего не соображаете. Ему помешать вам выжить здесь просто не получится, потому что у вас нет стопов. Все открыто, разнонаправленно, и для него он думает, что вы просто в хаосе. Парень заблудился, понимаете? На самом деле, это одна из самых мощных стратегий, которую практически никто не использует, но потому что нет оборудования, которое позволяет это вот так видеть. Эта стратегия работы с этими спредами, она в основном используется для трейдинга на рынке акций, а не для Форекса. Но коль мы имеем этот инструмент такой великолепный, так какие вопросы, чего же не применять его, грубо говоря, да, там, где нам надо, да? Теперь то же самое, смотрите, здесь, например,
Работает эта стратегия ручная, которую мы сами увидели. Все, что мне надо для входа, ну я это все показываю, рассказываю. Но здесь очень все просто. Ну, там хорошенькое отклонение против от нуля, грубо говоря, чтобы мы просто быстренько зашли и заработали денег. Но параллельно работает и этот автомат. Видите? И как это отличить? Вот показана та стратегия, которая автоматически. Вот она, видите? Вот если я вот так отсортирую по стратегиям, то я вижу, что вот этот доллар Канада на buy открыто именно по этой стратегии. Вот она. Опять же, при желании я вот тут бы не сидел. Вот так, точно. Я бы сделал уже вот так. Окей. И не парился про судьбу этой позиции дальше. Можно ли перетягивать еще и buy на эту часть, take profit наверх? Да, можно. Здесь красивый график, хороший восходящий канал. Но мы видим, да, на старшем таймфрейме, на 30 минутах, есть куда двигаться, и, собственно, туда это все и двигается. Здесь хороший стоит take profit, даже автоматически. Он правильный, то есть так реально я бы его подтянул где-то вот сюда, на захлест вот это все. И эта часть прибыли закрывается только, это не вся. Окей? Здесь же, видите, у нас доллар-иена дает нам плюс, который сдерживает вот этот минус по той позиции. Мы видим ситуацию по двум нашим стратегиям. Okay. Одновременно, фактически, они могут работать. Опять же, здесь все построено так, чтобы вы не выдумывали. То есть, если здесь стоит 600 баксов на закрытие таргета, по всем стратегиям одновременно, здесь может стоять 100 баксов, 50, сколько вы поставите. Как только вот эта цифра будет достигнута, вот здесь, о, вот здесь, вот по дельте дня, она само все закроет. То есть полностью удобно все сделано. Сделано для себя, еще раз говорю, потому что сам не сделаешь, никто не сделает. Опять же, смотрите, да, позиция, как бы график продолжает падение, окей? Как бы движение против нас. Но мы не видим большого минуса по дельте. Его нет и быть не может здесь. Вот это как раз тот вариант, который позволяет вам не переживать насчет усреднения, окей? Потому что при усреднении не по портфолио, средневзвешенному с дельтой, с нулевой дельтой, а по конкретной паре, вы всегда будете опасаться того, что и, собственно, правильно делать, опасаться правильно, что позиция может резко против вас уйти, и вам там надо будет что-то думать уже, или закрывать эту позицию. То есть нельзя сказать, что уж так уж время работает на вас там, потому что движение может быть очень сильным против вас, и вы просто можете неудачно там усредниться и так далее. Вот давайте понаблюдаем за этой ситуацией. Вот они идут, да. График спреда этого портфолио так достаточно плотно проседает, но наш минус сильно не растет, потому что оно хорошо взвешено, да, то есть у него есть, я его долго тестировал, вот эти пары, пока нашел правильное соотношение этих моментов, окей. И вот пошел как бы активный разворот, да, в нашу сторону. Вот наши позиции, которые все открыты. Давайте посмотрим, куда мы можем прийти. Ну, 0.002. То есть, как бы, это просто работа с волатильностью рынка.
Здесь вы, собственно, ничего не выдумываете, здесь на вас работает волатильность рынка. С его дыханием, да? Тоже без фанатизма, конечно, но для этого, я имею в виду с усреднением, для этого просто нужен небольшой опыт, experience ваш личный в работе с этой конкретной стратегией. Но это практически единственная стратегия, которая, ну, она практически абсолютно безопасна. Потому что если вы не угадали там, ну, еще раз говорю, вам нельзя заходить только в одной точке, вот здесь при переходе с нуля на ноль, да, то есть когда ничего с этим портфолио не происходит. Вам нужно отклонение. Очень сильное отклонение вниз, тогда вы покупаете. Или очень сильное отклонение вверх, тогда вы продаете. Вот этот FX-трек верхний, он показывает как раз изменения дельты по вот этой стратегии, по парам открытым по этой стратегии. Видите, у нас пока еще минус больше 50, здесь плюс 30 и так далее. Но с течением времени этот минус, который больше как бы у нас, да, он перерастет в маленький минус или в нулевой минус, а плюс будет большим. И тогда мы спокойно закрываем. Но мы не выдумывали ничего, не искали, не тратили время, не рисковали деньгами, да, то есть фактически. Окей? Okay. И посмотрим еще пятницу. То есть это эти наборы стратегий, это ваш инструмент для работы с рынком. Это не, ну, можно использовать полный автомат, как я уже и говорил. Если вы находите, то есть еще раз, когда мы знакомимся с человеком, я с ним разговариваю. То, что, сколько денег на счету у него, какой счет возможен, да, какие планы, может сидеть за компьютером, или ему нужно что-то, что ему надо просто заглянуть раз в день, там, или с утра, или вечером, поставить входы, сделать и пошел себе дальше, да, то есть все мои рекомендации будут зависеть от того, какой образ жизни ведет этот человек, да? Какие у него финансовые возможности, какая ментальность вообще, о чем это все. Для него, что это для него, да, то есть если это последняя надежда, то это одни подходы, да, то есть если это вспомогательный, дополнительный какой-то заработок, да, это другие подходы. Если это позиция инвестора, это третий подход, да. Конечно, эта стратегия, она требует долго, ну, часто требует много времени, то есть это сутки там. Почему так долго и ждем? Ну, потому что портфолио сдвинуть не так просто, и вернуть тоже не так просто, поэтому это занимает время у рынка, пока это все забежит туда, как, куда надо. Но не забежать куда надо, у него нет шансов. Ну, собственно, происходит вот это, как вот здесь. Бах и обратно. Еще один момент, который мы можем пока посмотреть.
пока это все здесь работает. Это как вы можете оценить быстро, собственно, работу той или иной стратегии, да, на Тайморе. Здесь у нас есть кнопка Position Log, которая показывает полный отчет по тому, что происходило. Ну, FX-трек — это то, что вот мы следим за позициями, открытыми вручную. Окей. Мы видим, какая максимальная просадка была. Вот была на момент нажатия на эту кнопку, да? 63 пункта было. Видите, максимальная просадка здесь, вот такая цифра. Это все важно для вас смотреть, просматривать периодически. Почему? Потому что со временем, да, вот вам надо понимать, что если вы используете стратегию вот эту вот, в данном случае, с работой с портфолио, то этот стоп у вас должен быть, стоп, лимит потерь дня, он у вас должен быть, ну, не маленьким, да? Почему? Потому что это не совсем стоп, о котором мы говорим в автоматической стратегии. Это как бы тот уровень, на который вы позволяете дышать этой стратегии, да? То есть вот расширяться. Ну, здесь в данном случае нам немножко не везет в плане записи этого видеоролика, потому что приходится сидеть ждать, пока оно, блин, вот это все сходит туда вниз. То есть, что я бы делал в этой ситуации, вот, например, сейчас, да, то есть на реале. Доливался бы сейчас здесь или нет? Нет, я бы не доливался. Я бы следил за вот этой цифрой, за дневным нетом, потому что, как бы, если у меня там стоит лимит потерь дня 300, то уже на 150 я бы так активненько наблюдал за тем, что происходит с рынком, да? Это мы говорим о этой конкретной стратегии. По автомату там ничем не надо наблюдать, там все на автомате. И тоже нужно понимать, что это небольшой минус, потому что у нас открыто достаточно большое количество позиций. По иене, да, по мажору и по кроссам иены. То есть это все в рамках приличий. По волатильности. Это всегда заканчивается одинаково. Резкое движение в обратную сторону. Собственно, то, к чему мы с вами привыкли, то, что высаживает большинство трейдеров в минус в обычном варианте работы, да? То есть плавненькое, мелкое, активное движение, тренд против вас, а потом, вернее, вашу сторону, ну, против вас, да? Или как? Ну, я имел в виду вот это, да, то, что мы здесь долго и нудно наблюдали, якобы, что мы зашли не туда. Это всегда заканчивается одинаково. Активное, мощнейшее движение в вашу, ну, туда вот, против того, куда все стоят, да. Собственно, что мы и наблюдаем сейчас с вами уже. Здесь по ситуации. Я бы посмотрел по дельте, что там у меня, какие возможности по счету. Ну, для счета на 5000 долларов, с которым мы сейчас здесь работаем, это можно все приближать, в принципе, даже здесь. Потому что ситуация уже ясна. Они еще раз сходят вниз, скорее всего. И потом это все, ну, сюда где-то, как обычно, по Фибоначчи. Да, это все, в принципе, обычный график, который вы можете оценивать с обычными инструментами. Сейчас я покажу здесь, как Фибоначчи рисуется. Сетка. Это можно сделать вот так. И мы видим, собственно, куда это все
добивает, куда откатывает и так далее. То есть это обычный график, просто это график дельты вот этого портфолио, спреда портфолио. Окей, ну вы меня поняли, да? То есть здесь немножко скучновато, не хочу тратить время. Там будет плюс, и я в этом не сомневаюсь. Давайте посмотрим еще один день. Четверг, да? А, сегодня пятница, значит, четверг, последний четверг. Вчера, грубо говоря, посмотрим. Посмотрим автомат. Так, это Австрал Франк и Австрал Канада. Ну, с точки зрения перспективы, не безупречный вход, да, машины. Поэтому, тем более он с там, два полных лота. А я бы быстренько его закрывал в плюс, да, при переходе в минимальный плюс, потому что мне не нравится. Можно этого не делать, потому что часто то, что вам не нравится, как раз дает хорошую прибыль. Здесь вход мне нравится. То есть, да, здесь попытка разворота тренда. Они отстоялись уже какое-то время приличное. Здесь как бы все хорошо в этом плане. Можно было бы вот этих 8 лотов, 8 микролотов, которые закрылись в плюс, и повыше перетянуть. Но, по крайней мере, за этой позицией с точки зрения наблюдения я бы тоже понаблюдал, поработал с ней. То есть, еще раз говорю, что преимущество таймора и этих наборов стратегий в том, что за вас все делает машина. Два варианта. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Можете подключать к реалу, можете просто следить на одном из мониторов о тех, какие позиции открыты, каким лотом. Ну, то есть, как бы это такой симулятор, который работает для вас, при вас, да? Согласитесь, что это круто. Не надо ничего думать, искать, анализировать какие-то паттерны. Вы смотрите, что уже работает, что уже в плюсе. Проверяете графики, если там еще есть о чем поговорить. То вы как бы туда заходите и понеслась по кочкам, да? Ну, это как вариант, если не давать машине самой поработать. Дадим машине поработать самой.
Ну, днем это в 10 раз медленнее все у вас, вы понимаете, да? То есть у вас есть там возможности подумать и еще раз подумать. Вы видите, да, те позиции, которые переходят быстро в плюс, машина закрывает по ним прибыль, ну, частичную прибыль, переводит без убыток и дальше. То есть, как бы, это ваш полигон для размышлений, да, то есть, если вы понравится, добавили пятерочку, что здесь, франк, иена, добавили сюда, она выставила. То есть с этими вещами можно работать и нужно, я думаю, даже если вы находитесь за компьютером, да, в этот момент. Потому что принцип заработка, да, на Форексе, ваши позиции, которые плюсовые, должны приносить вам гораздо больше плюс, чем минусовые. Это простой принцип, который никто не отменял, который перетягивает эту игру в вашу сторону, дает вам преимущество. Видите, у нас только одна позиция сработала в минус реально по автоматическому стопу. Остальные мы смотрим. Доллар, иена. Ну, тоже так, я бы аккуратненько здесь. Почему? Потому что, в принципе, все хорошо. Но я бы это уже подтягивал. Так, где-то хотя бы. Здесь тоже такая достаточно хиленькая ситуация. Стоп хороший, но он дальний. Ну, это вот одна из утренних позиций, первых входов, которую я бы тоже при переходе в минимальный плюс закрывал. Ну, там ничего не происходит, она на месте стоит, она просто нам мозолит глаза. Это два лота полных, это многовато для такого непонятного варианта развития ситуации, да? То есть вот такое, как только я там где-то что-то вижу, или без убыток быстренько перетянуть, или тейк-профит закрыть, и все. Такое что-то по логике, да? Как раз пошло развитие в нашу сторону. Ну, еще раз говорю, по этой конкретной позиции она мне не нравится. Возможно, я и не прав, но я бы быстренько туда перевел, поближе к телу. Вот так. Там уже давал бы ей возможность порезвиться. Все, господа, на данный момент это все, что я хотел рассказать. То же самое здесь, опять же, я могу увидеть position log, то есть увидеть, какие, с какими позициями работали стратегии, как я там отработал, если я работал с ними. И, в общем, так это вот это нормальный рабочий день реально трейдера, потому что у вас есть конкретика по дню по волатильности, у вас есть конкретика по работе стратегии, у вас есть конкретика по тому, как вы помогли себе и стратегиям заработать денег в этот конкретный день, если вы находитесь за компьютером. Если нет, то эта статистика будет по полностью автоматической работе стратегии. Окей? Значит, где это все можно почитать, посмотреть детальнее о Робофорексе, вот на этой странице. Ссылки будут в описании к этому видео. Всего хорошего, до новых встреч. Мой скайп тоже в описании к этому видео. Обращайтесь.